У малышни сразу несколько поводов для радости. Аквагример готов изобразить на детской мордашке любого героя из мультфильма. А профессиональный ведущий придумывает для детворы всевозможные способы развлечений. Но самое главное – это новая детская площадка, ведь предыдущая уже давно перестала радовать своих маленьких хозяев. Была она вообще плохая, была вся. А почему плохая? Она вся, короче, дряхлая была. Не целая. Вообще некрасивая. Никого не было. Зато теперь здесь собралась вся местная детвора. Около года назад их родители обратились к депутату с просьбой посодействовать в появлении детской площадки. Жители были услышаны, и одной игровой зоной ограничиваться здесь не намерены. В этом году мы еще в поселке Ашан откроем в 13-й школе. К сожалению, из-за того, что мы с жителями до сих пор не можем определиться, что площадка должна стоять или сдаться управляющей компании, или ТОСУ. Сейчас мы определяемся на следующий год и по Ашану по месту, и на следующий год определяемся здесь, я думаю, что еще две площадки мы будем ставить. К сожалению, еще до официального открытия местные жители успели показать свое пренебрежение к новой площадке. На некоторых турниках уже пестреют надписи, а скамейки разрушены. Ирина Ревенская, Жаргал Цариндашиев, новости дня.